Чувашии снят режим чрезвычайной ситуации, которая возникла на территории республики в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями 17 октября. К 12 часам сегодняшнего дня система жизнеобеспечения населения Чувашской республики полностью восстановлены. Все мероприятия по ликвидации последствий ледяного дождя выполнены. Восстановлено электроснабжение в 515 населенных пунктах, в которых проживают 100 964 человека. Обеспечены теплом и электроэнергией 94 школы, 40 детских садов и 7 объектов социальной сферы. В работе были задействованы 94 ремонтно-восстановительные бригады и 143 единицы техники. На помощь Чувашии пришли и соседние регионы – Саратов, Ульяновск, Самара, Пенза, Мордовия, Оренбург, а также Владимир, Нижний Новгород и Киров. Чрезвычайную ситуацию удалось ликвидировать в короткие сроки благодаря слаженной и профессиональной работе всех служб. Благодаря главам администрации, всем сотрудникам и всем руководителям служб, уважаемые главы администрации, не забывайте, благодарственные письма направляйте, поблагодарите волонтеров, которые на самом деле поработали, и само население выдержало весь этот этап соответствующей беды, никакой паники, никакой суеты, никаких митингов, люди понимали, знали, что беде органы власти, службы энергетики их не оставят.